Добрый день. Сегодня вот такой сделал я тоже на заказик. Мангальчик. Мангальчик. Видите? Это именно что на заказ. Сталь четверка. Тут вот видите 41 сантиметр. 41. Здесь у нас, ну тоже 41. Считайте квадрат, да? Для чего сразу, если вопрос, вот эти барашки? Это ответ в конце. Ручки здесь, ножки. Высота от пола тоже какую хотите, не волнует. Ручки вот так переносить можно. Так, в чем дело? Видите, дырок тут нет, зато дырки есть внизу. Просверлены. Просверлены. Потом, видите, швы варились. Почему? Почему? Потому что вот здесь у нас идем. У нас поддувало. Видите? Вот поставлены они тут, чтобы не прогнулась как бы, потому что жар будет, она может и ниже, и выше опускаться, так сказать, сминаться, и здесь вниз. Это для жесткости, ребра жесткости. А здесь у нас заход, ничего не закрывается, ничего не нужно. Здесь высыпать легко, то есть сюда еще будет падать вниз, чем хорошо. Вся вот эта шелупень, может, конечно, тут ходить такой, знаете, тип дверца, и ходит поддон. Ну, здесь просто будет пыль мелкая падать сюда вся эта. И потом высыпается, это плюс. Второе, поддувало, видите, какой заход. И тяга будет отсюда, снизу, в дрова. И уходить сквознячком, это плюс тоже. Дальше что? Вот эти штуки у нас для регулировки. Шампура вы можете так ложить, а можете еще шампура ложить вот так. Поняли? Вот так вот шампура кладутся. Вот так. Это повыше. Потом, если вдруг слишком высоко, вот здесь у меня 12, видите? То есть экономит дров 12. Если что-то жарко, тут же дрова будет повыше. Ну, вот так чуть-чуть, хоп. Ну, подняли на сколько? На там 2 сантиметрика. У вас стало 14. Потом еще хопа сюда. У вас стало еще плюс 5. То есть, значит, там 14 или там 17 сантиметров вот тут лежит. И у вас будет вполне достаточно. Ну вот. Вот так вот. Это регулировка. Можно, конечно, крепежи другие сделать. Просто какой-нибудь попроще что-нибудь. Не вытыкиваться. Это все-таки сложные. Просто прямые. Но это там уже другой вопрос. Вот такой мангальчик у нас. Ну вот я еще положил сами шампура. Вот сами шампура. Естественно, длину можно регулировать. Я имею в виду делать там не 41 на 41, а какую кому и высоту, и ширину самой жаровни. Ну вот. Вот так. Может быть, захотим вот так будем жарить. Ну, это я для наглядности, естественно. Можно так опустили. Видите, вот она для чего. Ниже. Естественно, можно так их делать. Вот они. Сюда. Вот сюда. Она небольшая. Вот так вот. Это для регулировки высоты. Ну вот. Цену, если вы спросите, я ее не знаю. Это потому что делали знакомым, так сказать. Кто-то кому-то должен, кто-то кому-то где-то помог. Вот мы людям тоже теперь делаем. Ну вот, швы здесь проварены, все надежно, сталь четверка, да, ножки что? Ножки, естественно, я говорю, высота любая, пятачки там можно сделать приварные, можно здесь они ножки съемные, чтобы можно было в машину легко и увезти. Вот такие вот штуки, шпильки типа. Вот тут вот дырочки раз и закручивается. Ну, тут вот везде, видите. Я просто поставил, я не стал крепить, это незачем, если надо. Закрепили, затянули, чтобы он ходуном не ходил. Ну, ну вот, я любитель, конечно, приварных ножек. Вот. Вот такой мангальчик. Ну, это просто ножки такие из того, что было. Вот так. Покрасить можно, отшлифовать. Ну, это для своих людей. Они сказали, вон так вот надо. Мы так и сделали, без всякой лишней красоты. Вот такой. Ну, всего доброго. Будет что интересно, еще снимем, покажем. До новых встреч.